Приветствую вас на канале «Покоритель бездорожья». Я Алексей и представлю сегодня вам новостной выпуск по еженедельному списку новых модов для консолей. В категории «Транспорт» представлен RNG Bridge Layer. Он прямо перед нами. Ну, собственно, это мостоукладчик. R&R CanJam UTV справа, на нем мы прокатимся. CCM Tinka — это, собственно, машинка игрушечная, в которой мы в данный момент находимся. Но это шутка автора, он, собственно, так и написал в описании своего мода. И пак из двух Зиксов Мир. Они, в общем-то, похожи по своим техническим данным, и двигатели, и коробки, но различаются колесами задними. Давайте сядем сейчас, скажем, в левый Зикс 6642. Видите, у него сдвоенные задние колеса с каждой стороны и диски шикарные в американском стиле. Все блестит, все сияет. Рядом с ним его, в общем-то, близнец, но, видите, такие колеса ему не дали. А по всем остальным параметрам они идентичны. Ну и, кстати, обратите внимание на спойлеры шикарные. Ну и окраска весьма аутентична и интересно сделана, да, с белорусским языком по бортам надписи. Ну, собственно, так и должно быть, раз это МАЗ, собственно. Доступно им только высокое и низкое седло и роспуск. Ну и рядом мостоукладчик, собственно, модель известная. Если вам интересно будет услышать о каждом из этих автомобилей в отдельном ролике, напишите, я сделаю обзор индивидуально для каждого мода. И в разделе карты Highway Haulin мы сейчас на этой карте как раз и находимся. Я на нее недавно зашел. Карта просто шикарная. Получаю огромное удовольствие. Ну, я, собственно, мало заданий выполнил. В основном собрал пока что автомобили, которые моддер раскидал по карте. И скажу вам, их предостаточное количество. И карта сама, ну, просто отличная. Окружение, и ландшафты, и природа, и... Мы сейчас немножечко прокатимся по ней. Ну, я думаю, что и стримы я запущу по этой карте. Ну, а по поводу CCM Tinka, игрушечный грузовичок, решайте сами. Но сейчас мы, кстати, попробуем в нее пересесть. Посмотрите, что она из себя представляет в движении. Если видите, вот сейчас вокруг нее такой темный контур на асфальте. То есть понятно, что автору было сложно сделать такую маленькую модель. За основу была взята большая конструкция размером. И как видите, она и остается. Попробуем. Заведем. Видите, мы начинаем передвигаться, но он и ездит не очень хорошо, да, и вместе с ним вот эта тень перемещается, контур. Ну, в качестве шутки можно и загнать в ангар и прокатиться. Ну, а сейчас давайте пересядем в наш багги и прокатимся немного по карте. Тем, чтобы иметь хотя бы первое
представление. Вот слышите, там вороны. О, серьезный звучок от двигателя. Он нам всю окружающую атмосферу заглушит. Вот видите, тут строения хорошо очень прорисованы. И таких домиков очень много раскидано. Природа после Амура, конечно, на этой зелени глаз отдыхает. Много асфальтовых дорог, но это не значит, что... Вот еще, видите, там шикарный домик. Можно подъехать. Отлично сделанные модели домов. Причем вот посмотрите, еще вниз сейчас спустимся. Спокойно. Здесь у нас заправочка тоже интересно сделанная. Там дом, домик, и здесь помещение, что-то типа сарая, видите, доски навалены там, и бак мусорный. Колонки. В своем ключе проработаны. Видите, все обшарпанные. Давайте вперед еще куда-нибудь проедем, посмотрим. Звук, конечно, от движка серьезный. Вот еще домик наверху стоит. Мне очень нравится. Строение, как это сделано. Ну, все-таки у нас шины, конечно, не для асфальта. А бездорожье, до него тут еще нужно добираться. То есть оно не на каждом шагу, как мы привыкли. Здесь достаточно продолжительные перегоны по асфальтовым дорогам. Площадочка еще какая-то, можно доехать посмотреть. Вон тут площадка, наверное, для кемпинга. Туалеты, мусорный бак. Кстати, к речке можно попробовать. Позволит мне проехать? Нет, туда нам заезжать не нужно. Еще немножко прокатимся, но карта шикарная. Как он у нас вверх заберется. Отлично. Вот еще дом. Давайте подъедем, посмотрим. Отель. Соответственно, и грузы можно будет какие-то получить. Ну и мотель, вот стандартный американский вариант, да, одноэтажный, протяженное строение с местами стоянки для автомобилей. То есть такое, как мы привыкли видеть в фильмах. Отлично сделано. Кладка, видите, под камень.
бассейн. Купаться не будем, это не выйдет. Ну, собственно, на этом мы, наверное, краткий обзор закончим. Если будет интересно, напишите в комментариях. Я каждый из озвученных модов отдельным видеороликом сделаю. А те основные моды, которые я назвал, это мостоукладчик, конкретно Zixmir, CCM Tinka, Erenberg MGen и карта Highway Howlin я выложу тоже в описании к видео, отдельные ссылки можете напрямую скачать. С вами был Алексей, канал Покоритель Бездорожья. До новых встреч!